Привет, друзья мои! Снова с вами я, и мы сегодня на моей кухне. И сегодня я, знаете что, я сегодня хотела бы вам показать, вот я готовлю обед, кстати, и вот я хочу приготовить такой традиционный английский обед, который очень распространен в Англии, который здесь любят они кушать. И вот он состоит из трех блюд. Первое – суп, второе – мяско, и третье – десерт, это у меня будут фрукты. Вот, в частности, я хочу вам показать, как я буду суп готовить. Я буду готовить суп-пюре, овощной суп-пюре, который англичане очень любят. Они вот такие вот супы, как мы делаем, они такие не едят, что все режется там кубиками, варится. Они предпочитают вот супы-пюре. Вот сейчас я вам покажу, что я для этого беру, для своего супа-пюре. Вот вы видите, я все приготовила. Естественно, что я не полностью все это беру, я только показываю, это я привезла вот из Теска. И вам показываю. Вот я беру кусочек вот капустки. Я беру вот такой вот зеленый горох в стручках. Вот я беру вот такую вот фасоль, опять же, зеленую в стручках. Все очень полезное. Вот я беру две морковочки, перец сладкий болгарский, лук, луковичку и вот несколько томатов. То есть я все это сейчас помою, возьму понемножку всего, смотря сколько вы берете супа для себя. Я так как готовлю на себя на одну, я совсем немножко из этого возьму. Вот, и я ставлю варить сразу вместе с кусочком небольшим какой-то мяска. Ну вот я, например, использую курочку чаще всего, чтобы такой немножко все-таки бульончик был такой насыщенный. Некоторые варят вообще просто на воде вот эти овощи. Вот, ну, смотря что вам нравится. Я варю на курином бульоне. Вот это все мы не режем, а просто целиком. Ну, может быть, на две половинки там, допустим, лучок и помидорчики. Все остальное по чуть-чуть разрезаем. И все это варится. Вот я уже все это сварила. Вот так выглядит. Вот сейчас я достану оттуда все эти овощи и их на миксере, блендере перекручу. Ну вот я в миксере. Так, вот на второе, то, что я вам говорила, я хочу приготовить вот стейк, кусочек стейка. Я его сделаю на гриле. Я сделаю его соусом грейви, вот такой вот в гранулках. Вот он вот так вот выглядит, гранулки там. Не знаю, видно вам. Вот они у меня, их немножко осталось, но его хватает. Разбавляете просто кипятком эти гранулки. Вот. Я сварю также вот этот вот бинс зеленый, стрючковый. Немножко на гарнир, потому что я его очень люблю, он очень полезный. И также вот эту вот брюкву. Я ее натру на терочке и сделаю как бы в качестве тоже гарнирчика. Никакой другой картошки, ничего я на гарнир не делаю. Ну и пока все это у нас готовится, друзья, я делаю вот десерт. Как я вам сказала, я хочу сделать фруктовый салат. Значит, что я беру? Я беру те фрукты, которые, в общем-то, у меня есть. Я беру немножко клубнички, я беру немножко чернички, я беру немножко винограда, вот я беру киви, и вот я купила дубл крем. Двойной крем вот такой, который я использую в салат также. Ну, как вы понимаете, фрукты могут быть какие угодно. Вот можно использовать ананас. Ну, в общем, и груши используют, и другие какие-то ягоды. В общем, кому что нравится. Тоже вот я сейчас приготовлю, покажу вам, как это все будет выглядеть. Ну и вот, что у нас в итоге получилось. Вот такой вот суп-пюре. С черным хлебом я его кушаю. Так я немножечко еще
насыпаю зелени какой-то, и я не забываю также туда льняное семя крошить. Вот такой вот очень вкусный супчик у нас получился, друзья, суп-пюре. Вот такой вот у меня получился ромстейк с соусом грейви, вот с вареными зелеными стручковыми фасолями. Потом вот это вот я натерла брюкву. Ну, помидорчики, вы знаете, обычно их тоже делают на гриле, но я люблю свежие. Вот также свежий сельдерей я положила. И вот это вот немножко пастернака я сварила тоже себе. Вот такой вот на второе. Это тоже довольно-таки распространенное вот такое блюдо английское. Ну и вот такой вот получился у меня десерт, друзья. Вот этот дабл крем, сливки двойные. Вот я его люблю обильно сливками поливать. Это, в общем, вкуснятина. Иногда я добавляю сахар, но чаще всего я сахар не добавляю, потому что здесь много сладких таких фруктов. И поэтому вот я вот это вот так вот кушаю. Ну и потом, конечно, вот можно немножко с красным вином. То есть, друзья, приятного аппетита! Вот такой вот у меня сегодня получился обед. Я не могу сказать, что я каждый день так кушаю, да и потом для меня это очень много. Сказать по правде, я не привыкла. Я ем, конечно, либо второе, либо суп. Но вот такой вот салат-десерт я стараюсь кушать всегда. Мне он очень нравится. Никакую выпечку я не люблю. А вот это я кушаю всегда с удовольствием. Желаю и вам попробовать все это. Это очень вкусно, это очень полезно. Приятного аппетита, друзья! Всего вам доброго, до новых встреч! Берегите себя, будьте здоровы! Пока-пока!